Приближается великая дата в истории нашей страны – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы родились и живем в мирное время, и не знаем, что такое война. Великая Отечественная война коснулась не только тех, кто воевал, но и тех, кто родился во время войны и после нее. В России нет семьи, где мы не потеряли дедушку, отца, мужа, брата, сестру, мать. Мы с вами хотим жить в мире и согласии, но чтобы эта мечта стала реальностью, нельзя забывать о том, какой ценой завоевано мирное счастье. Я с гордостью произношу имена моих прабабушек и прадедушек. Это Орлов Владимир Александрович, Кузнецов Виталий Алексеевич, Орлова Надежда Степановна, Кузнецова Екатерина Ананина. Все они были честными тружниками и верными защитниками Родины. Я горжусь ими и никогда не позволю забыть и уничтожить память о их подвиге. Победа, которую одержали наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки, называется великой, потому что эта победа в самой кровопролитной войне в истории человечества. Советские вооруженные силы заслонили собой Родину, неся большие потери, измотали силы врага, перешли в наступление и, несмотря ни на что, одержали великую победу.